Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Huawei MatePad 10.4 изменить язык клавиатуры. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Система и обновления», «Язык и ввод». Так, немножко мимо. «Язык и ввод». Смотрим на клавиатуру по умолчанию. У нас Swift Key. Нажимаем на нее. Нажимаем «Многоязычная». «Все языки». И выбираем язык, который хотим добавить. Давайте добавим русский. Давайте выберем компактную. И, например, пускай будет персидский. Готово. И теперь, когда будем что-либо искать, видите, у нас здесь сейчас выбран персидский язык. Чтобы поменять язык, так, пролистываем пробел. Так, оно говорит, что у нас там. Давайте здесь поищем лучше. Листаем пробел, у нас меняется язык. Персидский, английский и русский. Можем сразу вернуться в настройки. Нажимаем многоязычное и отключаем ненужный нам больше язык. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!